Всем привет, время 2 часа, я еще толком не проснулся и уже готов снимать для вас ролики. Ай да я! Есть ли еще кто-нибудь такой? Есть! Почему ты прервался? Заткнись. Я тоже хочу пиджачок. Чувака зовут Чекан. Чекан. Чеканка – технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображений, заключающийся в выбивании на пластине определенного рельефа, один из видов декоративного прикладного искусства. Я думаю, он скетчи снимает. А-а-а! Типа он чеканит скетчи! Да ладно, я все понял. Я же не тупой. Ну, я тупой, но не настолько. Знаете, я посмотрел все его скетчи, и меня очень удивило то, что я не нашел ни на одной стене своего плаката. Я не буду плакать. У одного моего фаната точно есть на стене плакат. И знаете, кто он? Я. Я свой самый главный фанат. И этот чувак свой самый главный фанат. Это грустно, потому что у меня есть вы, а у него... Надо ногти постричь. Знаете, бывает, ногти долго не стрижешь. Там так делаешь. И говно остается на зубах. Неприятно. О чем мы? Ах, да. Мне просто тяжело думать. Голова забита шутками про говно. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки на его канал, на мой канал. Все будет отлично.